Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Demet Özdemir не только успешная турецкая актриса, модель и певица, но и знаменитость с огромным количеством поклонников в своей стране на всех платформах. Demet Özdemir, которая развелась с Огужаном Кочем в прошлом месяце, объявила, что Can Yaman – мужчина ее мечты. Оказалось, что между Demet Özdemir и Canım Yaman'ом очень долгая история. Can Yaman восхищался персонажем Санем в сериале Demet Özdemir – Erkin Sekus и игрой Demet Özdemir. Заявление Demet Özdemir о мужчине ее мечты Can Yaman'е имело большое влияние в стране. В особенности женщины, которые восхищались привлекательностью Can Yaman, сочли заявление Demet Özdemir восхитительным. Заявление Demet Özdemir о том, что Can Yaman – мужчина ее мечты, увеличило популярность Can Yaman'а в стране. Число фанатов Can Yaman'а в стране выросло, и он стал одним из известных актеров, модников и певцов. После того, как Demet Özdemir объявила, что мужчиной ее мечты стал Can Yaman, она не дала никакой информации об отношениях пары. Однако об их отношениях ходили разные слухи, и они стали интригующей парой. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Demet Özdemir не только успешная турецкая актриса, модель и певица, но и знаменитость с огромным количеством поклонников в своей стране на всех платформах. Demet Özdemir, которая развелась с Огужаном Кочем в прошлом месяце, объявила, что Can Yaman – мужчина ее мечты. Оказалось, что между Demet Özdemir и Canım Yaman'ом очень долгая история. Can Yaman восхищался персонажем Санем в сериале Demet Özdemir – Erkin Sekus и игрой Demet Özdemir. Заявление Demet Özdemir о мужчине ее мечты Can Yaman'е имело большое влияние в стране. В особенности женщины, которые восхищались привлекательностью Can Yaman, сочли заявление Demet Özdemir восхитительным. Заявление Demet Özdemir о том, что Can Yaman – мужчина ее мечты, увеличило популярность Can Yaman'а в стране. Число фанатов Can Yaman'а в стране выросло, и он стал одним из известных актеров, модников и певцов. После того, как Demet Özdemir объявила, что мужчиной ее мечты стал Can Yaman, она не дала никакой информации об отношениях пары. Однако об их отношениях ходили разные слухи, и они стали интригующей парой. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.